О таком уроке можно только мечтать. Долой книжки и тетрадки, достаем купальные принадлежности. Вы только посмотрите, как увлеченные третьеклассники покоряют бассейн «Кристалл». Закаливание, развитие дыхательной системы, формирование осанки. Можно еще долго продолжать список полезностей, когда речь идет о плавании. Сегодня у ребят из 14-й школы 18-е занятие. Они прекрасно держатся на воде, выполняют упражнение «Стрелочка» на спине, активно работают ногами, лежа на груди и задерживают дыхание под водой. Это лишь часть упражнений, которые с удовольствием осваивают девчонки и мальчишки. Ну, когда я научилась, я поняла, что плавать я умею, что мне это очень нравится. Что когда я плаваю, я убираю все плохие думать и хорошо только. И я так успокаиваюсь, когда у меня, например, какое-то плохое настроение. Плаваем мы тут уже до конца, 50 метров туда и обратно. Мы научились плавать более хорошо на спине, ну, и с досочками лучше теперь обращаемся. Спортивная школа «Кристалл» участвует в этом проекте с 2010 года. За это время порядка 5500 ребят вместе с опытными тренерами освоили навыки плавания. Сейчас в проекте «Умею плавать» участвуют 145 воспитанников из гимназии номер 9 и 14 школы. Задача наших тренеров, преподавателей при обучении плавания, чтобы ребенок уверенно научился держаться на воде. И как итог у нас будет зачет. На последнем занятии проплывание 50 метров вольным стилем, то есть либо на груди кролем, либо кролем на спине, обязательно на время. Время ребенок должен проплыть с учетом нормативов сдачи ГТО. Школьникам и родителям такая практика очень нравится. В рамках проведения осеннего этапа «Умею плавать» в 2023 году навыки поведения на воде получат порядка 4000 третьеклассников из 29 муниципальных образований Пермского края. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин также отметил важность проекта. Занятия плаванием позволяют не только укреплять и поддерживать здоровье, силу воли, но и безопасно и уверенно вести себя в воде. Администрация муниципалитетов необходимо активнее включаться в проект и информировать учащихся младших классов о возможности бесплатно заниматься таким видом спорта. Уроки плавания проходят два раза в неделю. За всю программу обучения ребята посещают 36 занятий. А это большой опыт для ребенка. Ведь навыки умения плавать закладываются с детства. И вполне возможно, что эти ребята в будущем пополнят ряды чемпионов. Евгения Лосева, Кирилл Яранцев. Наши новости.